Давайте с вами сегодня приготовим очень вкусную и сочную куриную грудку. Привет, друзья! Сегодня приготовим очень вкусную, сочную и нежную фаршированную куриную грудку брокколи и сыром. Готовится все элементарно просто, получается невероятно вкусно. Все ингредиенты, их количество пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Берем куриные грудки и нам необходимо взять острый нож и разрезать аккуратно посередине, сделать кармашек. До самого конца не прорезайте, иначе у вас вся начинка просто вытечет, и грудка будет не сочная. Вот примерно так. Приправим куриную грудку чесноком. Это у меня гранулированный чеснок. Если у вас такого нет, возьмите обычный чеснок, пропустите через пресс, и у вас получится очень хорошо и вкусно. Далее берем сладкую паприку красную. Так. Здесь у меня сидит помощница Манечка, поэтому кошка поет. Далее берем черный молотый перец. И солим. Теперь хорошо растираем и оставляем грудки, чтобы они так постояли примерно минут 10. Подготовим начинку. Для начинки потребуются помидоры, брокколи, сыр и много-много зелени. Из зелени я всегда предпочитаю брать укроп и петрушку. Нарезаем зелень. Чем мельче, тем лучше. Высыпаем в салатник. Берем брокколи. В принципе, брокколи можно слегка отварить буквально 1-2 минуты, но я этого не делаю, потому что куриное филе, когда запекается, брокколи получается очень вкусное с легкой хрустинкой. Брокколи нарезаем в произвольной форме. Брокколи добавляем в зелени. Помидоры и черри разрезаем на 4 части. Можно, в принципе, взять любые помидоры, какие у вас есть дома в наличии. Сюда же отправляем помидоры. И сюда же добавляем сыр. Сыр я терла на мелкую терку. Все перемешиваем. Добавим соль по вкусу и черный молотый перец. В принципе, по желанию вы можете сюда добавить немного сметаны, но я не добавляю сюда сметану. Немного перца добавим и соль по вкусу. Берем форму для запекания. У меня вот такая стеклянная жаропрочная форма. Сюда помещаем уже куриное филе, которое у меня мариновалось примерно 15 минут, пока я готовила начинку. И сейчас буду заполнять начинкой куриную грудку. Начинки добавляйте побольше, чтобы у вас куриная грудка получилась сочная и вкусная. Итак, куриная грудка готова. Сейчас я ее отправляю в предварительно разогретую духовку до температуры 180 градусов примерно на 30 минут. Посмотрите, какая получилась у нас красота, а как это будет вкусно.
Прошло 30 минут, и куриная грудка готова. Получается она вот такая красивая, сочная и, поверьте, очень аппетитная. Готовую куриную грудку выкладываем на тарелку и подаем к столу. Этот рецепт идеально подойдет для тех, кто следит за своей фигурой. Если понравился вам рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации, пожелания и, конечно же, пишите комментарии. Зайдите в группу ВКонтакте в Одноклассниках, поделитесь своим рецептом, а я для вас его приготовлю. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне, и все у вас всегда получится. Всем пока-пока, всем хорошего настроения и теплых-теплых дней. Всем до новых встреч!